Привет, друзья! Алексей Бо. Мы находимся на острове Панлау и смотрим несколько участков сейчас на продажу. Вот такое интересное место, хорошая дорога. Это уже Дауис. Это уже Дауис. Рядом, относительно недалеко с пляжем Бикини Бич, Байкинг Бич. Вот посмотрите, какие здесь прямо обрывистые. Обрывистые прямо такие холмы, прямо на Панлау такие холмы. Видите, прямо как гористая местность. Вот гуси, видите, там держат гусей. И давайте посмотрим вот этот лот, вот этот участок. Вот он, видите, вот идут столбы. Достаточно приемлемая. Достаточно приемлемое, красивое местечко, такие пальмы. Вот видите, пальмы здесь. Такие достаточно, вот туда, вон туда, вот эти столбы, вот это, и такая горная местность. Но это, конечно, может быть, кому-то нравится такая горная местность, кому-то нет. Это уже дело, конечно, на любителя. Вот, ну вот оно, вот такой кусочек, достаточно интересный. Площадь 900 с чем-то квадратных метров. 900 с чем-то квадратных метров. И мы сейчас спросим цена. Цена достаточно приемлемая. 3000 песо за квадратный метр. Но документы мы пока не знаем. Вот. И вот почти что 1000 метров. Where is the Z boundary? Excuse me, where is the Z boundary? Вот сейчас мы посмотрим еще одну границу. Такая как гористая местность, и пальмы есть, ну, правда, рядышком. Ну, вот здесь пальмы, мне нравится. Прямо пальмы. Где-то вот здесь граница. Он говорит, ну, где-то вот так, наверное. И вон там. Оно, ну вот это да, вот это может быть и будет около 1900 с чем-то квадратных метров. Достаточно интересное. Эти камни, каменистые. И, ага, ОВД, ага, вот нашли границу, вот они. То есть вот так идет. Вот сюда выходит на эти столбы и вон туда. Угу. Ну, по-моему, сейчас мы немножко пройдемся здесь, и, по-моему, это интересно. 3000 песо за квадратный метр. What's the price? 2500. А, даже 2500. Даже 2500, видите? По меркам Панлау это очень и очень дешево, прямо вам скажу. Такие как бы терраски здесь. Ну, давайте посмотрим, подумаем. Ну, в общем-то, так мне, в общем, нравится. Две дороги угловой. По-моему. Ага, вот. Ага, boundary, видите, вот. But the boundary where goes? Like yes. This? Not up to the road. But 900 Yes. 900 square meters is up to here or up to road? Up to road. Up to here. Because maybe someday the road will widening. Uh-huh. That's why we remove the boundary here. Uh-huh. This is only 827. Up to here, right? Yes. But it doesn't look like big. Until the coconut tree, small coconut tree. Mm-hmm. So this is 900, right? Yes. And here up to the road? Yes, up to the road. Вот, видите, он говорит сейчас что-то. Ага, видите, он мне говорит, что там вроде бы этот участок не доходит до
до трассы, потому что трассу могут расширять. Вот так. Но что он имеет в виду? То ли там 900 до трассы, то ли до сюда. Пока что непонятно. Вот, видите, он до туда. Ну, такое приемленькое, такое местечко, честно говоря. Такое приемленькое. Такое, в общем-то, мне нравится. Склон. Да, склон. Ну, на склоне тоже интересно. Тоже интересно жить на склоне. Постоянно тренировки, поднимаешься, спускаешься. Ну, интересно, такой как бы вид. Здесь появляются, видите, вот эти коконат, они на этом участке. Окей, окей. Давайте сейчас выясним, где она. Окей, can you show me that boundary? And plan? Do you have a plan? In the... In a lawyer. In a lawyer? Yeah. Plan... Вот соседи появляются. This is the one of the owner. А, owner, oh, owner. The neighbor. Neighbor, neighbor. Can you tell me, so the 900 square meters is up to the road or up to this coconut? Up to the, if you, 827 is until the coconut. Yeah. But if you buy this one, the until to the road is yours. But how is possible you if you don't need to pay the other. But how access. Possible if it's not my lot, how it's mine? Because of the road widening, that's why the owner will remove the only the 827 you pay. So 827 it's up until to here. The not coconut, up to the road, yes. Right? But if you but up to the road it's who is the owner of up to the road this the piece? Same owner. The same owner? Yeah. So it's actually it's a lot more than 927. But this more than 827, yes. More than 827. But actually he sell only this one, right? Yes. Okay, I need to see a plan to understand this. Видите, он говорит, что это вот только до сюда, но продается вот этот, но тот участок он ничейный. И непонятно здесь, так и он тоже. Ну, короче, здесь это на случай, если дорога будет расширяться. Есть такое на Филиппинах, что дорогу могут расширить и взять ваш участок. Поэтому вот я сейчас хочу понять, то ли они 827 метров, то ли оно до сюда, то ли оно вон до туда. Но если до туда, оно не выглядит как 800. Надо посмотреть, короче, план, чтобы точно разобраться. Ну вот, друзья, в любом случае, вот пока что мы вам посмотрели, показали, по крайней мере, то, те варианты, которые вот сейчас есть. Сейчас я более активно этим занимаюсь. Вот появились новые варианты, новые участки. Как бы рынок оживился здесь. И поэтому я вот, естественно, начал этим заниматься. Друзья, будем держать вас в курсе дела. Вид красивый.